Здрасте! Здравствуйте, гости нашего канала Олса Мир в кармане. У нас есть собачка Чихуахуа. Звать ее Боня? Да, звать Боня. Вот, и я, как все девушки, любят носить там кофточки, юбочки и платьишко. Я Боня связала кофточку, потому что ей холодно дома. Потому что сейчас зима, ей надо кофточку. Ты покажешь нам кофточку? Да, покажу. Ну давай. Пошлите. Вот кофточка. Если хотите посмотреть... Хотите. Хотите посмотреть, как я вязала, вы тогда напишите. Могут тебе задавать вопросы, да? Да. По расчету. Да. Сколько набрать петелек? Да. И я все это расскажу. Расскажешь. Это перед, а это зад. Тут будут... Брюшко и спинка, да? Да, брюшко и спинка. У нее воротничок такой, да, загибающийся? Да. Потому что, чтобы шейка у Бони чтобы ей мерзла, было тепло. Да. А тут уже лапки будут идти. А тут уже ножки. Лапки, да? Лапки, да. Угу. Заканчиваешь, да? Да. Отлично. Она мерзнет? Да, она мерзнет. Угу. И сейчас я вам покажу еще одежды для Бонни. Вот платьишко для Бонни. Вот она даже узнала платьишко, да, Бонни? Вот платьишко с мурфетой или не помню, как называется такой мультик. У меня даже тут юбочка. Боня, чё? Микки Маус. Да, Микки Маус. У меня Боня, да? А ты ей положи платье, потому что это ее платье, наверное, она чувствует. Тут даже есть... Капюшон. Капюшон, да. И сейчас я покажу еще курточку. Угу. Вот курточка. Вот курточка. Это даже тут тоже с... Ну, покажи на камеру, что это у тебя. Курточка. Боня рвет. Ну, ты ниже опусти, не надо, чтобы она прыгала. Курточка вот. Угу. Вот такая. Тут тоже есть. Наклейка, да? Да. Угу. И тут Бонины трусишки. Трусики. Угу. Да. Тоже ее же? Да. Угу. Трусики. Отлично. И всем пока. Подписывайтесь на канал. И пальчики вверх. Пока-пока.